На памятной серебряной монете с изображением известной советской лыжницы Галины Кулаковой выгравированы самые мелкие детали – складки одежды, пряди волос и даже символика страны. Художник проделал сложную и кропотливую работу, в результате которой и получилась красивая и дорогостоящая монета со спортсменкой. И это только одна работа на фотовыставке под названием «Монеты славы». Здесь представлены наиболее значимые и интересные монеты о спортсменах, спортивных достижениях и значимых спортивных событиях России, начиная даже с Российской империи и до настоящего времени. Первая памятная монета была выпущена в 80-м году и посвящена она Олимпиаде 80. С тех пор таких монет стало больше. Делают их из золота, серебра, а также медно-никелевого сплава. На крупном фотопанно можно рассмотреть мельчайшие детали мелкой пластики, работу художников, которые трудились над их созданием. Наиболее известна монета юбилейная, которая выпущена в 2014 году. Она была приурочена к Олимпиаде зимних видов спорта в Сочи. Эта монета выпущена уже с уникальным видом лазерной шлифовки и имеет в своем создании все современные технологии создания монетного медальерного искусства. Всего в России было выпущено 200 памятных монет. Для фотовыставки отобрали самые красивые. Сама экспозиция будет работать до конца февраля в библиотеке имени Горького. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».